представляем вашему вниманию беспроводной USB-адаптер от компании TP-Link модели TLWN722N. В комплект входит инструкция пользователя и диск с программным обеспечением. Данный USB-адаптер позволяет подключить к беспроводной сети ваш компьютер или ноутбук и установить высокоскоростное подключение к интернету. Устройство поддерживает стандарт 802.11n и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 150 Мбит за секунду, что позволит вам просматривать видео и играть в онлайн-режиме. Кроме того, установка защиты беспроводного соединения может производиться одним нажатием кнопки QSS – быстрые настройки защиты. Это позволит защитить вашу беспроводную сеть от внешних атак. Также в комплект входит удлинитель USB. Особенностями является внешняя антенна высокой мощности, которая существенно увеличивает качество беспроводного соединения в сравнении с обычной встроенной антенной. Адаптер поддерживает шифрование 64 и 128-битного веб, VPA, VPA2, VPA PSK и VPA2 PSK. Съемная антенна для удобства установки и возможности подключения более мощных антенн. Встроенная утилита для быстрой и простой установки. Также поддерживает режимы AD-Hawk и Infrastructure. USB-адаптер совместим со всеми операционными системами. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.